Всем хрю, с вами Бига Хрю. А всем добра, с вами Добрый. И сегодня, ребята, мы оказались на одном блоке. О, наконец-то, наконец-то. Давай, по традиции, кабанчик, давай. Нет, опа, пока. Так, как всегда, одно и то же. Ну, всегда ну, меня скидывают. Ну, традиция одного блока, кабан, ну что? Так, ладно, давай начинать копать. Ой, и а давай почему? Не будем забывать собирать. А почему? А где дерн? Почему тут земля? Ну, может, еще будет. Сейчас, это даже не блок. Надо просто коп... Да ё-моё, всё разлетается. Добрый. Почему одна земля падает? Она улетает, кабан. Что, куда ты меня позвал вообще? Да и хорошо, что одна земля. Сейчас упадет один камень, мы его вообще не сломаем. Фух. Хоть одну поймали, отлично, две. Давай, будем вот, расширяться еще. Понемножку. Кабан, мне кажется, у тебя тут что-то сломалось. Почему одна земля падает? Какой-то очень сломанный, странный реально один блок. Почему-то одна земля. Это что, мечта порося, что ли? Я не знаю. Ну, добрый, ну, с виду один блок. Ну что? Что не нравится? Я не давай хочу. Немножко... Блин, а, кстати, можно, реально... пожалуйста, устроиться отсюда почему подальше? Почему дерна нет? Вообще, почему вообще ничего нет? Почему только земля реально? Это странно, даже никак... Подожди, а где наш... Это он? Вот. Что? Эй, Биг, посмотри! Да, чего? Тут новые поселенцы, офигеть! А, ну круто! Они знают об этом? Думаю, еще нет, но уже совсем скоро узнают. Добро пожаловать в наш магазин! Меня зовут Ку, и я могу менять ваши блоки на монеты! А меня Биг, я продаю генераторы блоков! Добрый! Это генераторы? Что это за два брата? Так, давай, подстроимся к ним! Биг и Ку... Ну, здорово! Кубик. Это братья кубики, добрые! Классно! Кубики! Классно! Нет! Нет! А, кабан! Не возвращайся! Чё? Не возвращайся! Тут какая-то муха с моего видоса про гладиаторов! Я думал, она нас больше не достанет! Почему? Почему она здесь, кабан? Нет, я не хочу! Пожалуйста, убери ее! Где ты вообще ее откопал? Я блок сломал просто! И что? А, упс, неудачная земля попалась. Добрый, ты какую-то прогнившую вонючую землю выкопал. О, да, кабан. Чё? Ну и говнище тут они чё продают, там? Господи. Так, а за 7 монеток можно купить дубовое бревно. За 12 можно купить камень. А здесь можно продавать блоки. Что так? А 10 земли стоит один кусочек золота. Это уку, а у Бика можно купить. Кабан, ну, почему он блоки называет генераторами? Я что-то не понял. Он сказал, что продает генераторы, а это блоки обычные. Ну, дубовое бревно, камень. Я, если честно, сам пока особо не понимаю вообще, что нас тут ждет, потому что падает до сих пор только одна земля и больше вообще ничего. Кабан... Фу! Со мной это тоже давай. Случилось! Ты как муху скинул, она упала! Просто я очень сильно боюсь. Личинки добрые! Твои любимые! Убивать питомцы. Их нужно здесь, не скидывать, это наша единственная еда. Вот, сладочка будешь? Нет, кабан, я дам тебе кусочек золота, вот, держи. Спасибо. Можно мне уйти отсюда? На, возьми трупный опарыш. Приятного аппетита. Ладно, верни мою монетку. И вам, ребята, если смотрите сейчас ролик под еду. Монетку? Ну на, держи, мне не жалко. Мы все равно бомжи, она вообще ничего не значит. Пока что вообще ничего не понятно. Что? Рядом появилась загадочная платформа. О, чего? Что за один блок? Я не знаю, кабан. Где мы эту карту откопали, блин? Так, погнали. Я почти достроился. Интересно, вообще, что там? Надеюсь, какой-нибудь сундук? Там, может быть, будут ресурсы или, ну, что-то полезное? Ого, тут говно. Что? Это туалет, кабан. Ну, сральник. Туалет? Да, видишь? Мешанина, глина поместить можно. А, что? Господи! Откуда? Почему оттуда зомби вылез? Капец! О, победили. Эй, Мар, почему они так выглядят, как будто не знали, что из блока вылезает монстр? Может, потому что они реально этого не знали? А, ну не суть. Всем привет, я Кош, и у меня вы можете обменять добычу с мобов на эксклюзивные блоки, участвующие в соединениях. А я Мар, продаю разное оружие... И броню. Добрый, что еще за два брата, блин? Экипировка, генераторы. Не знаю, видимо, какая-то броня, не знаю. Какая-то секта, добрый. Давай быстрее пройдем этот блок. Я не знаю, я не понимаю. Это, ну, как бы нормально, что у нас одна земля и мухи здесь спавнятся постоянно? Я сам не понимаю вообще пока что ни черта. Вот реально, одна земля, без шуток. Только она. И есть какие-то генераторы. Есть еще Кош.
и Мар... Кошмар! Добрый! Мы проходим какой-то кошмарный кубик! Реально! Это братья кубики, это братья кошмары! Еду надо собирать, добрый. Трупный опарыш очень вкусный и питательный, много белка. Советую. Я не буду питаться опарышами, кабан. Нет, подожди. Я на это не соглашался. Добрый, ну ты только попробуй. Вообще вкуснячий, да потом тебя... Почему на меня? Нет, муха, уходи, уходи, падай. А на меня опарыши. Еда бежит. Шведский стол, забирай, не хочу. Надо бы что-то хоть... Вообще, что они продают-то? Я еще не могу посмотреть. Так, у Коша у нас продаются... Ой, тоже блоки. Натечный камень. Нафиг, он вообще нужен. Голубой сухой бетон. Лазуритовый блок. 32 кости и разбитый череп. Тут у нас... О, экипировка. Слушай, походу мы должны, возможно, фармить один блок с монстрами. Вот, там падает как раз-таки гнилая плоть. И можно здесь ее продать на натечный камень. Но нафиг оно надо так. Вау. А-а-а, тут стоят эти барьеры. Нельзя сломать. Блин, очень жалко. Может быть, есть какая-нибудь чинычка, какая-нибудь финтифлюшечка. Может быть, что-то спрятано, какой-нибудь подарочек, сюрпризик. Слушайте, вроде пока ничего такого подозрительного нет. Может быть, у кубиков что-то спрятано. О, бочка. Добрый, ты в бочках что-то брал? Ай, черт, нашел меня. Добрый, давай проходить один блок. Я не хочу, это какой-то земледоговьяный блок. Какой еще земледоговьяный? Давай этот копай нафиг. Да сколько мне можно уже копать эту землю? Может быть, нам ее начать уже продавать? Почему теперь все падает? Ага, вот. Наслаждайся. Трупная глина. Уходите, ребята, уходите. Не нападайте, пожалуйста. Нет, еда упала вниз. Короче, мне осталось еще 7 земли, и я смогу хоть чуть-чуть разнообразить наше прохождение деревом. О, так на монетку. О, спасибо. Так, дубовое бревно, наконец-то, спасибо. Покупай его, добрый. О. Все. Оу, появилась платформа для установки генератора. Подожди, ты купил бревно и появилось вот это. Так, ну-ка, пойдем. Интересненько, ладно, подождите, ребята. Походу, тут что-то все-таки есть! Генератор установлен! Он подписан как дуб и... Пожалуйста! Да! Ура! Повезло тебе. У нас есть дерево! Ура! Это вообще слава богу, и, ребята, это один дубовый блок получается. Получается, что мы не на одном блоке, мы на множестве блоков, добрый. Так, пришло время сделать верстак. Устанавливаем его. Я надо сделал уже площадь. Два, кабан. Да нафига нам три верстака? А ты зачем сделал? Ну так я не знал, что ты так сделал. А зачем ты сделал третий? Ладно, я второй сделал, ты зачем третий, кабан? Ну это вообще, конечно. Так, делаем лопату, чтобы быстренько копать эту глину. Ладно. Я тогда добываю дерево, ты землю, я дерево. Ты еще нашел, куда установить? Вот вообще прям рядом с блоком. Нам бы вообще его по... Ой, ценный что? Груз. Добрый, а, у нас время ограничено. Время кончается. Земля есть, доски. У тебя доски. Давай. Ценный груз, ту половину уже прошла времени, ты, ну, господи. Ладно, я хоть туда копаюсь-то. Да. Или нет? Бочечка. Ты-то зачем копаешься, кабан? Я уже все что набрал там? Тут. Вода, кожа, нитки, палки. Берем, фу. Слава богу. Успели, еле-еле, по-моему. Ура, ребята, мы наконец-таки сможем сейчас это место превратить в райский уголочек с помощью воды и пшеницы. Так, давай тогда... Ну давай, пока. Слушай, ну пока вроде все очень интересно. А дуб мы можем продавать там? Ага, 8 дуба получается. Ну слушай, дешево. Теперь надо на 2 блока меньше добывать, чтобы добыть кусочек золота. По кайфу. Да, только дуб сложнее добывать. Так ты топор сделай. Все равно землю-то быстрее. Ну, справедливо. Да блин, он еще не подбирается, нифига. Слушай, я накопал достаточной земли. Я думаю, что мы можем попробовать сделать вот здесь где-нибудь участок. Потому что мы подобрали пшеницу. Опарышами питаться, ну, такое себе не самое... Что? Открытому магазину. Да сколько их? А, платформа. В новом магазине вы можете приобрести улучшение специальной платформы. На данной платформе вы можете соединять блоки для получения новых блоков генераторов. Добрый! Чего? Офигеть! Подожди, мы можем соединять блоки и получать новые генераторы? Да, сюда! Слушай. Кабан, это вообще класс! Ребята, вы помните, мы снимали 100 дней на одной овце и также... На овце, на курице, на лягушке, на всем, блин! Да, мы скрещали...
куриц, овец и получали новые виды. И с них мы уже собирали блоки. Так здесь мы объединяем одни блоки уже. Это вообще пипец. Легкая версия для халтурщиков. Да, халява. Ну, с овцами было потяжелее, хотя здесь может тоже еще... Ты подожди, нам надо будет догадываться, что зачем идет. Блин, точно, я забыл, что надо догадываться. Черт. А интересно, а мы... У нас вообще будут попытки как бы, ну, исправить это? Я, если честно, сам не знаю. Будет каждый раз покупать новый блок. Потому что реально наша попытка стоит достаточно дорого. То есть она обходится нам за золото. А в курицах мы просто на рандом всех кормили. И дай бог кто-нибудь да вылупится новый. Ну и то же самое в овцах. И в лягушках. В общем, во всем. А здесь у нас... Нет права на ошибку. Фу. Повезло, что у меня с земли ничего не падает. Фу, брысь отсюда. Ой, точнее, с дерева. Фу, нафиг. Я уже в голове одна земля. Добрый, у нас уже одна земля вообще везде. Мы по уши в земле. Так, я сделал меч. А это значит, можно теперь нормально фармить мух и еду добывать. У тебя, кстати, есть землица? Землица нет. Кабан! Что? Это что такое? С дуба выпал лесоруб какой-то. У него топор. Неудачное бревно попалось. Тихо-тихо, не скидывай. Уже что-то может быть. Нет, зачем ты всех скидываешь? Надоели мне. Мы, может, с него топор могли какой-нибудь выбить. Блин, ну вообще на самом деле да. Да я думаю, сейчас выпадет, если он будет так же часто, как мухи выпадать. Мы сейчас этих топоров нафармим. Ну, пипец, ладно. Так. Черт. Блок перепутал. Ты без меня справляешься нормально, кабан. Так, а где? Какой? Ё-моё. Где он? Вот это? Черт. Вот это? Вот это? Ну, короче, ориентирка — это вот этот верстак. Главное, его не ломай, иначе вообще потеряем. Так, чё, ты много накопал уже? Сколько монет? Каких? Ты видишь платформу, я расширяю? Блин, нам нужен камень, кабан, надо уже другие блоки делать. Камень стоит, блин, 12. Так, ну у тебя дуба сколько? У меня 40. 40 дуба? Это хорошо. Так, я сейчас начну делать платформу для дома. Ты, блин, землю лучше трать на самом деле на этот, на продажу. Окей. Потому что из досок легче делать платформу. Да, согласен, вот, 3 золота держи. Может там что-нибудь докупить? Да, пока нечего. Хотя, кстати, подожди. А может быть... Блин, нет, мы не можем плоть продавать, к сожалению. Почему? Ну, потому что мы за плоть можем получить только натёчный камень. Господи, что это вообще такое? Так он, может, нужен для объединения. Да, но деньги-то мы за это не получим. Я думал, можно зомбиков бить и продавать плоть, так, но нет. Так ты видишь, а у нас платформа-то, она не бесконечная. Давайте вообще посмотрим, сколько стоит улучшение. 12. И мы купим удочку с морковкой. Как бы странно это не звучало, но... Будем кататься на тебе, кабанчик. Нет, не дай боженька. Нам сейчас по-любому надо быстренько купить камень, чтобы делать уже каменные инструменты, наконец. Да камня сколько вообще осталось? У тебя сколько монет? У меня 8. Так, у тебя 8. Вот, держи 9. Не обязательно по одной монетке приходить скидывать, кабан. Добрый, ну это много для нас, целая монетка. Мы сейчас уже понимаем ее ценность. На самом деле, достаточно большая. Но! Нам сначала-то надо купить расширение, потому что нам некуда поставить. Хотя, может быть, есть какой-нибудь там второй этаж? Нет, нету. Мы ставили на красную шерсть. Все верно? Да, я взял в руки это бревно, и появилась платформа. Возможно, с камнем будет так же. Оу, ну, кстати, хорошая догадка. Есть здесь земли? А, нет. А у тебя есть дуб? Да. Скинь чуть-чуть, капельку. На. Спасибо. Один? Ну, а чё, я на монеты коплю. Ладно, хорошо, так, ты я делаю лопату. Зажал. Да я не зажал. Да спрятал там где-то. Да где я, нигде не прячу, вот она вся перед тобой. Ё-моё. Ну вот, десяток накопал, надо? Ну, конечно, надо. Сейчас я 20 дам. Хотя не надо. Ну все тогда. Так, все, могу ещё доделать. Ладно, кабанчик, на, сам купи, на. О. На, попробуй. Давай. Так, давай, продавай камень. Все? О, замечательно. Лол. Так, ну давай, подстраиваемся опять. Видишь, как земля нужна? Генератор установлен. Отлично. Так, нужно теперь сделать кирку. Подожди. У нас платформа-то для скрещивания-то еще нет даже. Ну и зачем она нам? У нас есть камень. Мы сейчас сделаем каменные инструменты и быстренько заработаем денег. А ты как собрался Майнкрафт проходить вообще? Кабан, тут деньги нужны. Видишь, все покупается. Броня покупается за деньги. Можешь там, если хочешь, с кем-нибудь скреститься, конечно. Не хочу. Я каменную лопату хочу. Заниматься бизнесом. Да дай камень один. Кстати, а сколько камень-то стоит? Можно его продавать? Пойдем посмотрим, а я сделал пока лопата. Да блин, о, дерево. 12 булыжника, 2 золота, отлично. Вообще, я тебе говорю, мы сейчас очень быстро накопим. Окей. Так, я сейчас сразу делаю каменную кирку. О, пошло дело, пошло. Так, а я пока сделаю палочки. И сделаю лопату. Ой, палочки, лопата.
Хаман, прости. Чё ты их привёл-то сюда? Чтоб ты мне помог мечом. Господи. Добрый, не копай больше булыжник. Иначе тебе меч. А мы можем вот так сделать, на самом деле, наверное. Оп. Как? Да что-то много вообще стало появляться. Блин, дровосек ни разу больше не появлялся. Это вообще беда. Ай, черт, блин. Свою же ловушку попался. Они не хотят попадаться в нее. Черт. Так, добрый, у тебя ведро с водой. Да. Гони сюда. Убейте Шуйнис, пожалуйста. Сейчас. Ладно, я быстренько соберусь сейчас. Да ладно, сражайся как мужчина. Да добрый. Сам бы сражался. Я сражаюсь. У меня полсердца, все, не трогай меня. Реально полсердца, это не шутка. Дай, пожалуйста, ведро. Ой, я достижение получил. Опять снова Каван. Новое достижение дают, если ведро дать. Ой, новое дадут, вот, все, пока. Спасибо. Где бы нам сделать маленькую-то? Вот здесь сделаю, да. Будет фермочка. Да блин! Ай, черт! За мне-то что пришла? Потому что меня она уже победила. Так, выставляем сюда. Все прокапываем. Ну вот, по красоте. Главное не заставить воду. Все, надо теперь взять мотыгу. Сделаю каменную, мы теперь богатые. Добрый, тащи зерна. Сейчас, секунду. Держите, у меня два. Да, маловато, конечно. Ну ладно, чем богаты? Каванчик, ты готов? Че, ты купил? А что купил? Удочку покупать. А, ты накопил? Да, вставай на четвереньки, готовься. Нет, не будешь ты на мне кататься. Так, ну, давай. Покупаю. Нажми ТПКМ, чтобы активировать. Давай, добрый, нажми. Опа. О, что? А, да, это же платформа для скрещивания. Да, я тебе про что? Пипец. Так, ребята, вот это уже очень-очень интересно. Начался какой-то, какой-никакой контентище, потому что нам сюда надо поставить блоги, получается. А если сюда землю поставить? Что будет? Можно поставь. Уже? Да, поставь. Это нормально? Так. Ну, это нормально, да? Так? А что, нормально? Наверное, не знаю. Я-то сам не знаю, ну подожди, давай сейчас я дуб поставлю. Вот, выбил дуб. Как это вообще работает? Что делать-то надо? Ну, оп! О! Что получилось? Не знаю. А что-то получилось? Я не знаю сам. Как будто бы нет. Может быть, должны были что-то написать? Не, по-моему, ничего не получилось. Так, ну, давай булыжник поставим. Давай, поставим. Давай, у тебя есть? Давай. Оп, у меня вообще ничего не произошло. Секунду. Давай попробую доску поставить. О! Что? А, все-таки получилось, дерево, мы... земля. Нет, мы вот это получилось. Мы коров сделали, капец. Так, Вот это прикол. А блок-то мы никакой не сделали, коров сделали. Ну ладно, зато коровы есть, теперь еда есть. Да, это хорошо. Блин, блоков нет, пойду сейчас докопаю. Блин, как интересно и неожиданно вообще все происходит, ребята. Все развивается очень стремительно. Не настолько, не надо. Добрый, да сделай ты уже меч себе. Извини, кабаны, я пацифист. Надо бы... Да, блин! Ну чё? Я не буду их бить, Каван. Я не предам свои принципы и идеалы. Дай два булыжника тогда. Я возьми, он там лежит. Не сражайся! Сражайся! Забрал весь булыжник и хотел убежать. Так я меч хотел сделать, чтобы сражаться. Так, мы должны уже думать, добрый, не просто фаниться. Надо уже мозги включать. Я думаю, я вообще-то сейчас добываю булыжник, чтобы сделать печку и переплавить булыжник в камень и попробовать скрещивать. Это я хотел предложить. Ну, предложил-то я, кабан. Неважно, я уже сделал. Так, у нас есть печь. Куда бы это все ставить? У нас дома-то нет еще. Добрый, я пошел добывать этот дерево, нам надо строить дом. Печку сделал. Ставь. Ты, ну, у нас дома нет. Ну ладно, поставь пока печку, сейчас построим. У нас пока блоков даже особо нету. Здесь один булыжник. Да, вот, держи. Спасибо. Все, я полностью перешел на каменные инструменты. Жизнь кайф. И сейчас, добрую секунду. Вот. Вот тут будет печка. Ага, отлично. Так, и давай в ней что-то жарить. Короче, ты тогда занимайся этим, а я, знаешь, что пойду делать? Я пойду ломать землю. Почему? Мобов выбивать, чтобы другие блоки выбить. А, вот эту землю, все, окей, давай. Да-да-да. Еще 10 дуба собрал. Сейчас это все переделаем в досочки. И достроим нашу платформу. Здесь у нас, ребята, будет дом. Что? Чего там? Какой-то досить. Что это такое? Мало эссенции. Тут какие-то квесты есть. Объедините 4, чтобы создать великую эссенцию. Что? Интересненько. Что за... Что это такое? Ладно.
Фан вообще. Так, окей, добывай. Добываю. Короче, я сделаю маленький бомжатский домик чисто людей, которые еле-еле выживают на одном блоке. Ну, то есть для нас. Ну, хотя бы людей это уже радует. Ну да, ладно, громко сказано. О, скелет. О, чего? Скелеты начали появляться? Да. Подожди, ну-ка. Вот, смотри, полузомби, полускелет. Получерт, полубык. О, боже мой, вау, офигеть. Вау, прикольно. Это ты до следующей стадии зомби дошел? Я не знаю. О, слушай, отлично. Походу да. Хотя бы плоть падает. Я думал, что она больше уже не будет падать. Вау, это вообще классно. Мы сейчас можем вырастить и коров, и пшеницу. Кстати, да. О, скинь кости. Вот, на. Спасибо. Ты там это, пережарил камень-то? Ой, еще не дошел до него. В смысле? Сейчас. А ты что там чем-то занимался? Сейчас. Я платформу строю. Все, иду. Ты что, закинул? Ну да. Ну на одно бревнышко, так. Ну что, кабанчик, пойдем сделаем это. Я еще дом не построил. Че, не будешь кричать? Ладно, я... Иду! Этим сам. Иду! Че? Земля. Ну давай. И камень. Давай. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Черт. Ничего не происходит. Булыжник мы уже пробовали. Ну, вообще, да. Может быть, мы не в то место реально ставим. А что если вот так вот? Кстати, может быть и наоборот, ты думаешь? Ну да. А что если вот так и вот так? А что если вот так, так вот и вот так. Так вот? Нет, ничего не работает, блин. Подожди, стой. Вот так. Да блин, интересно, подожди, надо думать. Очень интересно. Может быть, надо побольше камня взять? Да, по-любому что-то должно быть с камнем. Ну, по-любому, ну да, он же не может быть просто так. Надо просто немножко подумать. А я, кабанчик, покупаю натечный камень. А, уже? Ты накопил гнилую плоть? Да, и теперь мы что-то можем с ним соединить, попробовать тоже. Допустим, натечный камень и булыжник. Нет. И земля. Нет. Дуб. Господи, как сложно! Доска! Обычный камень есть! Обычный есть, тащи! Повезло. Давай! Так, еще немножко пережариваться поставлю. Она! Это уже похоже на какой-то троллинг. Неужели мы не можем просто догадаться? Ну подожди, ну... А если ступеньку поставить? Это же, ну может, другой блок? Нет. Да не думаю. Слушай, а вот верстак на самом деле... Ой. Может и сработать. Ой, давай попробуем. Есть вот этот же блок деревянный. Откуда? Ну, обтесанный, если топором его сделать. Может быть, просто не с этим? Ну, давай что-нибудь другое поставим. Ну, это не буду ломать, получается. Окей, давай вот здесь экспериментировать. Вот поставлю его, обычный дуб, доску. Хотя дуб с дубом скрещивать, это странно. Поставь что-нибудь. У тебя есть земля там? Нет, вообще ничего не получается. О, кстати, у меня есть одна идея еще. Ну как так? Я нормально шел, почему-то захотелось упасть. Какая идея, чего? Кости. А чего кости? Костяной блок. Костяной блок? Я не знаю, можно ли его сделать. Нет, ты что? Нельзя сделать костяной блок. Точно? Ну да. Здесь возможно все, кабан. Он просто спавнится. Ну ты же не можешь сделать обсидиан. О, кстати, мы можем сделать еще из пшеницы. А, сноп? Кстати, идея хорошая. Хоро. У тебя варит котелок. Давай этот. А, кости ты мне скинул. Точно, сейчас я выращу пшеницу. Так, отлично. Собираем и умножаем нашу ферму, ребята. Уже 7 зернышек можем посадить. Вот еще кости. Давай, спасибо. Отлично, что есть там кости, вообще халява. Блин, ну мне кажется, мы что-то упускаем. Ну, как будто бы, может быть, да. Смотри, дальше у торговца идет угольный блок. Значит, нам нужно что-то в этом направлении как будто бы думать. Так, уголь, булыжник, да, реально. Потом железный блок, алмазный блок, обсидиан. Почему обсидиан такого цвета? Так, угольный блок, Смотри, угольный блок это... Ну, это дерево. По-любому дерево. То есть должно участвовать дерево. Ой, я не знаю, тяжело. Вообще хардовое испытание. Слушай, а может быть что-то с коровами связанное? Не думаешь? Кстати, мы к ним даже и вообще не приближались. Давай попробуем, вообще до коров дойдем. И, кстати, я могу взять уже сноп. Отлично, так. Давай. Что? Ты посмотри, как он выглядит. Что? Я сам не знаю. Может быть, реально со снопом что-то будет. Так, ну, вроде как обычные коровки. Размножь их, но у них вроде ничего нету такого. Торговать с ними нельзя. Коровы. Ну, давай попробуем. Может, это наша еда просто? Что можно сделать из коровы, в принципе? Наверное, ничего. Может быть, здесь какой-нибудь мясной блок? Навряд ли. Это, наверное, наша еда. Просто похавать. Так давай со снопом что-нибудь попробуем. Давай. Сейчас только я немножко просто начал домик строить. Все, сейчас иду. Нам нужно по-любому с камнем пробовать сейчас. Вот давай вот это вот.
вот это. О-о-о-о-о-о-о! Да, сюда уголь. Ребята, мы реально получили уголь. А что ты? А как это? Камень, бревно. Только, а что? Только он поставился, сломался и все. Ты его забрал? Нет, мне просто уголь выпал и все. Может быть, мы что-то неправильно делаем? Я не понимаю. Вот поставь еще раз. Не работает. Но попробуй, не... может, в руку взять уголь. Ну давай. Что? Появилась платформа с установленным генератором! Фух, господи, я уж думал, все потеряно. Так я то, как же это вообще не очевидно было? Просто надо взять в руку. Ну ладно, жизнь кайф. Так, сейчас отлично. Немножко земли добуду. Сейчас тут все по кайфу обустроим. Так, это подожди. Короче, нам надо это... Че? Оставлять комбинации. В плане оставлять? Ну, короче, оставляем комбинации, которые получились, чтобы нам заново не пробовать. Чтобы мы знали, допустим, какая комбинация сработала. Вот так вот, вот, допустим. Оп, сработало, и все. То есть так мы оставляем? А вот это что? Это не работает? Это не работает, это можешь сломать. Надо как-нибудь какую-нибудь пометку сделать. Давай табличку поставим. Сработано. Давай, я сейчас сделаю. Вот. Просто пустую поставлю. Да, окей. Ты можешь написать уголь, ну, чтоб, ну, по-человечески было, добрый. Ну, не ленись, не ленись. Так, опарышами перекусил. Все, погнали, next. Тут все выстраиваем, делаем по красотулечке. Фух, все, можем двигаться дальше. За 4 угольных блока нам дают 5 кусочков золота, кабанчик. Ты все землей, что ли, занимаешься? Добрый, ну надо расширяться. У нас, видишь, какая сейчас зона маленькая, невозможно играть. Когда мы играем один блок, мы вообще практически не развиваемся, то есть ну, тупо на месте стоим. Ну да. А здесь надо сделать все по красоте, по кайфику, чтобы все было четенько. Так. Слушай, я так понимаю, у торговца можно купить еще одну удочку с морковкой и, ну... Логично, что это будет еще одна платформа. Хотя не факт. Это вообще не факт. Вот сколько она стоит? 12, да? Окей. Так. Можем так-то рискнуть, попробовать купить. А может быть, нам что-то нужно сделать, чтобы что-то сработало. Я пока сам, если честно, не понимаю. Сейчас вообще боюсь чего-либо делать. Все может к чертям собачьим сломаться. Что тут сломается? Все нормально пока. Короче, ты добывай уголь, я достраиваю дом. А почему я должен добывать уголь? Что это вообще такое? Я хочу другим чем-нибудь заниматься, пойду зомбиков бить. Нам все-таки там еще другие надо блоки покупать. Ну побей зомбиков, ладно, потом добывай уголь. Зачем тебе уголь? Так ну нам дальше надо как-то ну развиваться. Че, разве нет? Ну да, только нам нужно дальше какие-то соединения придумывать. Мы еще не сделали с натечным камнем ничего. Вот это хорошие уже мысли. Так, давай думать. Натечный камень, он как-то связан с натеком, то есть с водой, да? Не знаю, может быть. Что интересно, добрый, хорошая загадка. Блок воды? Ну да. Ну звучит как план, ну можно попробовать. О, а давай поставим, может быть... угольный блок. Его можно сделать? Потому что костяной нельзя. Можно, конечно. Делается из угля. Вот это можно сделать. А давай попробуем. Ну, а давай, мне кажется... А давай. Идея хорошая, потому что уголь у нас нигде не использовался. Куда ты его спрятал? И натечный мой сладкий камушек, он у меня. Пойдем. Я тут все построил, тут все вообще по кайфику. Так, вот натечный камень. Вот он сладенький. Вот сюда его ставим. Оп! Давай. О, да! Не работает, верстак. Давай ломай. Бревно. Добрый, никак. Булыга. Никак, добрый, надо дальше думать. О, боже мой, как сложно. А, как больно, брызбяки. А, так подожди. А угольный блок-то, возможно, можно и с чем-нибудь другим соединить. Ну тогда. У нас так-то немного вариантов. Давай со всеми пробовать. Ну, давай земля. Может быть, обтесанное дубовое бревно? Нет. Обычное попробуй. То есть, жареное бревно плюс обычное бревно. Ты думаешь, это какое-то соединение будет? Не знаю. Звучит как план. Ну, давай попробуем. На! Не, никуда, ни сюда, ни туда не работает. Черт. Подожди, а с землей можно что-нибудь сделать? И булыжник никак. Не знаю, можно попробовать, у меня в принципе есть. А камень не пробовал? Оп, камень не пробовал, а булыжник не получалось. Сейчас попробую возьму камень. Ты не думаешь, что у нас как-то маловат домик-то? Нормально. Я же говорю, он будет нормально, вон. Все нормально. Еще сделаем второй этаж. Он красивый, дизайнерский. Придумываю прямо на ходу. Что, у тебя есть идея? Давай, камень неси. Камень. О, нет. А сюда, кстати, пробовали камень? А, сюда? О, нет. Давай, ставь. О, так, стоп, сено. О! Стоп. Сюда натечный камень.
и нет. Подожди, так натёрщий камень верни обратно сюда, я сноп сена поставлю. Конечно, мало вообще верят, что будет. О, а давай землей на этот сноп сена. Оп. Блин, нет, я думал, хотя бы может дёрн появится. Стран... Так, а подожди, а если... А мы землю не ставили и не пробовали уголь с ней совместить. О, да, давай. Оп, мне кажется, кстати, это вообще идеально. Давай попробуем. И... Держи опарышей. Погнали. Спасибо. А что если угольный блок с землёй? Интересно. Это мы вроде должны были пробовать. Думаешь? А по мне так... Блин. Так, ладно, походу остается только фармить мобов и покупать еще другие блоки. Пипец, веселуха, конечно, намечается. Ну, ты пока домом занимайся. Там, да, и там есть еще два блока, которые, в принципе, нуждаются в покупке. Возможно, с помощью них можно как раз-таки что-то натворить. У тебя, случайно, не осталось костей? Костей? Нет, ну, костная пыль есть. А, нет, ее тоже нет. Костей нет. А что, скелеты кончились? Да нет, не кончились, просто там надо много. А куда копишь? Так на блок. Добрый, нельзя ж костяной. Кван, да там купить надо за кости блок. А, ой. Фух, все, я накопил. Добрый, что ты с дверьми, вообще прикол какой-то просто. Я не знаю. Вот смотри, как она так ставится? Почему не так ставятся? А ну поставь двери рядом с блоком. О, слава богу. Так, сейчас новую сделаю. Пойдем-ка, не знаю, что сейчас будет, но мне кажется, ничего хорошего. Дверь и уголь! На, дверь запилил. Все, смотрите, трон готов. Ребята, он повелся. Я пошутил, кабан, господи. Да, какая дверь, ты че хоть? Вот, на тебе. Ты купил? Работало. Да, я купил только что. Ну давай тогда его с землей пробовать. Давай, земля. Вот, оп, нет. А если наоборот? Давай с дерном. Оп, камень, нет. Да ебать, я дерево. Ну что это должно быть? Натёчный камень? Походу ничего. У тебя натёчный камень? Да. Попробуй поставь. Сейчас иду. А я пока добуду дуба. Натёчный камень, на. Нет, пипец. Сложно, ну, реально. Да, реально очень сложно. Норм, хибарка, окошко. Так, а камень я пробовал, не знаешь? Слушай, по-моему, да. И булыжник тоже, да? Да. А, смотри, я могу сделать каменный кирпич. Вот. Из четырех. Вот это звучит хорошо. А у нас следующая руда вообще какая? Может быть, мы можем как-то, ну, догнать это, ну, так. Ну, железо там, по-моему. Железо. Так, что, с углем не работает. Что делать с железо? С этим тоже не работает. Да с чем же оно работает? Я не знаю, есть вариант, наверное, только еще следующий пытаться блок купить. Либо мы до какой-то очевидности просто не можем догадаться, может быть. Готов представить вашему вниманию самый гениальный, очень компактный, красивый дизайнерский дом. Спасибо, кабан. Очень вовремя. Можно почему ему, конечно, еще дуб обтесать. Кабан? Какая дыря? Да у нас дождя нет. Ладно. Можно так еще обтесать немножечко, чтобы подходило. Вообще, в идеале все, конечно, заметно обтесано. Это такая очень бюджетная версия, потому что мы ограничены в ресурсах. Ну, хотя, ну как, не сильно. На самом деле, дуб у нас бесконечный, но... Дуб, что ты все бегаешь? Дом да построили. Я камень пытаюсь. Я вот не знаю, из 9 камня можно что-то сделать? Огромный каменный куб. О, добрый, костный блок можно сделать. Чего ты молчишь-то? А, можно? Да. Как? Из 9 костной муки, конечно же. А, из костной муки он делается? Ну да, ну ты не знаешь, что ли? Нет, я из костей пытался сделать. Ну, как же так-то? Я же говорил, можно... Я могу сделать... Чего? Не знаю, как я это сделал. Ну, что это? О! Что это? Кто это? Шерсть? Вот, да. Ты как сделал? У меня нитки были. Они в сундуке в этом аэродроме были. Добрый, это вообще пипец. А ну-ка, нет. Реально? Ни с чем? А ну-ка, нет. Ну, ни с чем из этого, но, возможно, с чем-то другим. Добрый, я его сделал, эту легенду, которую нельзя было крафтить, но оказалось, что можно, я иду и... Ну, пипец. Да господи! Да подожди, поставь его сюда. Кого? На! Сейчас оно? Мы с ним еще попробуем что-нибудь. Так, где наш блок-то земляной? Вот! Я поставил. Не работает? Нет, тащи камень. Так, вот камень, вот булыжник, вот обтесанный, вот верстак. Господи, как много комбинаций. Ты понимаешь, что с каждым блоком у нас вариация, ну, вообще в геометрической прогрессии умножается. А ты, у тебя шерсть? У меня шерсть. На, со спины сбрил, держи. Спасибо. У меня там беленькая растет, пушистенькая. Не работает. Доски не... Ну, мне кажется, доски это фейк. Не может быть такого, чтобы они с чем-то вообще взаимодействовали. Мы реально только один крафт сделали угля? Ну да.
А, ну не, мы еще коров сделали. Вопрос. Есть ли трупный опарышный блок? Мечтаю. Блин, ну там дальше по-любому железо идет. Ну прям 100%. Ну осталось, не знаю, лазуритовый блок только купить. Ну остается, походу, да. Но я думаю, что мы все-таки что-то выпускаем. Я придумал имбустроту вообще нереальную. Какую? Сейчас расскажу. Это прям пипец. Сейчас. Я еще ребятам я даже не успел рассказать. Ну, давай, давай, поделись. Так, смотри. Мы берем, вот тут забор ставим, и так блок ломаем. А потом разом их всех убиваем. О, знаешь? Кстати, да, жестко. Потому что так долго. Это классно, реально. Хорош. Спасибо. Спасибо. Не благодарите, ребята. Тысячи лет игры в Майнкрафте научили меня критическому мышлению. О, что? Что это? Это что-то жесткое. Хорошо. Это кто? Кто-то лопнул! Вылезают личинки! Это реально сральник деревенский, Кован. Я примерно так же захожу обычно. Опарыши, мухи. Иди. Наши ребята. Ребята, пришло время переходить на хлебушек. Да. И надо бы вообще все засадить. А то грядка пустует, а семечки есть. Все, кабан, вот, держи кости. Ох, не бегай, не бегай. Тут аккуратно, добро, аккуратно. Это наша еда. Иначе опарышами опять будешь питаться. Давай. Ага, спасибо. Я могу коровами попитаться. Нет! Иди, кстати, размножай. Так дайте мне пшеницы. Там добрый, хлебом питается кто-то. Добрый, корову, надо да, череп да. Какой-то разбитый, добрый. Мы не можем есть, купить есть, его просто есть так. У меня череп, вот. Че? Ты выбил? Да, у меня 3 штуки таких. Нормально, ты их заформил, кстати. Пойдем, окей. Стой, это лазуритовый блок. Так с него выпадет лазурит. Нам надо что, каждый раз будет перекрашивать? Нет, это не руда, это блок. А, точно, да, справедливо. Оп, не работает. Так, ну давай сюда. Не работает. Нет, ну короче, куда? Ставь лазуритовый блок. Ок, о. Вот так. Нет. Не. Так. Давай ту плесень, давай. Так. А. Нет. Что-то мы делаем не так. Давай угольный блок воткнем. А камень? Камень ты ставил? Да, вроде бы, да. Дерево. Каменный кирпич. Боже мой, ну помогите, дайте хоть еще один, вообще одно слияние хотя бы. Да блин, с деревом то же самое. Блин, мы вот с угольным блоком еще ничего не придумали вообще. Да, то есть, ну мы его реально сделали, но ничего не получилось. Ну давай, родной, ну что-нибудь. Ну как-нибудь. Ну воду разолью, боже мой. Попробуй, да, кстати. А, нет, лазурит. А, нет, нигде не работает. О, кстати, может быть вот этот? Нет. О, а поставь-ка вот этот песок. Так. Оп! Что? О, это новый блок. О. Ты намочил бетон, кабан. Да, он теперь стал голубым. Добрый, по-моему, это оно и должно было быть. Да! Ну я не знаю, ну... Я не знаю, я хз. Ну нет, ну и как? Нам короче, теперь еще надо один. Ребята, рассчитываем только на вас. Пишите ваши догадки в комментариях, а на этом ролик подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Очень ждем вашей помощи. Да, ребята, уже хочется скорее поиграть дальше. Давайте ставьте быстрее лайки. Всем пока. И добра.